Перед началом ролика хочу вам порекомендовать канал Хардкилла. Многие из вас уже знают его по Арме и по Таркову, так что с уверенностью заявляю, что вы увидите скилловую интересную игру. Подписывайтесь и передавайте привет. Ссылка будет в описании под видео. Грек. Короче, Вейкер сказал, мы в триггере, либо около триггера. Его и Айдара не отпустили, к нам прибежит сюда Ярче. Ярче сейчас к нам тоже выйдет. А мы где-то здесь окапываемся. Чё-чё? Ты в триггере, наверное, не будешь, Я поищу сейчас, наверное, что-нибудь интересное. Ярче сейчас тоже к нам сюда придет. А мы, по сути, ну, охраняем КС. Ну я, наверное, пошел в палат. Ну вы оставьте нашу на втором канале. А сами на квадриера-то перейдем. Потому что мало ли чего. Окей. Там на дальней есть вообще метки на врага? На западе нас, на краю карты, километр от удаления. От нас километр, да? Вот я тебе метку синюю поставил, видишь? Угу. И все, только там? Да, да, вижу. Да, там 6 камеров приехало. А, понятно, значит все там. Так, вы тут, актер Ярч. На западе они все высадились, походу. Метка моя стоит. Было. А кто это? А кто это кидал тогда? Да это не хаешки, это ГПшки были чьи-то. Хера себе, ГПшки. МКшка. Иди в этот триггер, там не медленно сейчас. Грек, ты в триггере, да? Сейчас я подойду в триггер, мне помощь нужна. Да, конечно. Что, надо теперь рядом стоять? Да, слушай.
Так, ну по идее. Все вроде, да? Да-да-да, все белое. Все, ништяк. Сорвали одну меркау, походу. Хорош. Уже хоть что-то. Так, одна еще катает, да, на вас тут? Точнее, на закрытие. Там у них еще намеры, по-моему, три штуки. Там мне союзники чем-то стреляют, чем-то непонятно. А, это враг. Прямо с севера у вас в упор к триггеру враг был. А, у них там хаммер подъехал туда, я понял. У них хаммер стоит прямо в упор под стенами за камнешком. Отступил немного. Не ранен, нормально? Не-не, нормас. По северу тоже идут. Актер, у тебя есть дымы? Одна взяла. На главный ход можешь кинуть ее, западный? Вообще. Не работает уже? Блин, ладно, не рискуй. Да, собаки, они на юго-востоке. Живой? Живой, живой.
нашего одного положили. Нет, не положили, нормально. Хамви еще с севера едет. Еду.
кто я такое, блять? Запомнился. Актер тоже даже вставался. Да, да, мы вдвоем. Блин, я уже с трубой бежал за этой меркавой, блин. Да там и танк, там чего только не было у нас, да. Капец. Но ты жил до конца, да, актер? Да. То есть ты не в курсе, что я там за дичь делал? У меня около 23 фрагов, короче. Я с тебе не просто так говорю. Добрый вечер, парни. Здорово. Шайтан, поздравляю с видосиком. Минус 25, почти пол стороны, блядь. Это вообще кошмар. Можно было сделать это немножко раньше, и ты забыл еще въебать 5 техник, которые заехали. Да, он готовился, он готовился, просто не хватило. Людей не хватило. Труп там тоже не хватило. Охуительно было. Смотрел со стороны, пиздец, блядь. Там люди просто умирали, блядь. Спасибо. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.